Одна из самых вредных традиций, я считаю, это, помните, я с детства навсегда запомнил, когда мама мне говорила, не трогай это на Новый год. Мы весь день с вами голодаем перед новогодней ночью. Зачем? Чтобы потом кучу всего накидать. Вот этого точно не нужно делать, потому что для организма это очень серьезный стресс. Вы представьте, да, то есть он потихонечку 12 там, часов он не ест, он понимает, что, ну, наверное, надо подготовиться к голодухе, немножечко затухает пищеварение. И тут вы ему тазик салата забросили, и, соответственно, это стресс серьезный для организма. Он запускает пищеварение в режиме тревоги, все это начинает пытаться переварить, а чаще всего у нас у населения пищеварение достаточно слабое. Сниженная кислотность, да, сниженная функция поджелудочной железы, там какие-то воспалительные заболевания. И вот здесь как раз, к сожалению, это повод для того, чтобы дальше уже, не дай бог, вызывать скорую. Поэтому нам не надо вгонять наш организм в шок. Нам нужно нормально позавтракать в этот день, 31 декабря. Нам нужно более-менее нормально пообедать. Можно легкий перекус сделать, ну, уже типа полдника, да. И уже тогда, к новогодней ночи, мы спокойно подойдем, мы заодно и переедать не будем в новогоднюю ночь. Плюс еще одна привычка подготовки, да, к новогодней ночи, когда мы берем и делаем огромное количество блюд и много. Да? Мы же привыкли. Богатство – это изобилие, поэтому всего должно быть много, гости придут, как же так? Вот много готовить я вам никогда не рекомендую. То есть можно сделать заготовки. Например, к салатам, да, или просто заготовить продукты. Но на самом деле салаты, они достаточно быстро режутся. Или не заправлять, вы это все прекрасно знаете наверняка. Соответственно, наша с вами задача не то, чтобы подготовиться к Новому году. Наша с вами задача просто иметь на новогоднем столе хорошие, простые продукты, ну и сделать это красиво. Вот, собственно, я вот за такой Новый год. Я всегда учу своих подопечных тому, что наше пищеварение всегда лучше работает, когда мы с вами двигаемся, да, то есть начинают стимулироваться мышцы кора, начинает работать кишечник нормально. Поэтому все прекрасно знают, но многие ленятся, что нужно встать из-за стола, пойти прогуляться, там кто-то, может быть, фейерверки будет запускать, кто-то что-то еще свежим воздухом подышать. То есть в любом случае никогда не сидите всю ночь за новогодним столом. Танцы в целом тоже хорошая традиция. Но мы с вами кислородные организмы, нам нужен кислород, поэтому лучше всего все-таки сходить на улицу.